Эту мы поворачиваем. О, вот, как раз хорошо. Андрюха, готов? На середину. Приготовились. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, я выключу и включу. Женя, ну лепиди. Ну медитика. Средненько так. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, внимание. Пожалуйста. Так, хорошо. Меняйтесь. Нет, он туда спиной становится. Женя туда спиной. Так, приготовились. Пожалуйста. Хорошо, теперь Женя сюда становишься. Давай. Хорошо, и спиной ко мне. Еще раз, Жень, пожалуйста. Инка, да? Да. Стоп, Женечка. Женя. И напой. Ага. Давай. Хорошо. Так, теперь. Значит, сейчас я скажу. Вы становитесь туда. Винец сюда. Ты с ним сюда. Ваня. Сюда. Подожди, не спеши, потом. Все это хитрые приемы, для которых нужна физическая сила. Нет физической силы, никакой прием не пойдет. Марк, сюда. Ты. Значит, Марк, ты делаешь 30 бросков. Сырбу, делаешь 3 здесь РНК. Андрей, 3 здесь РНК. Приготовились. Я считаю, вы делаете. А какие? Мельница? Мельница? Нет, Андрей делает. Марс делает. И делает Андрей вот это. Внимание! Хаджира! Уно! Быстрее встаем! Стой! Быстрее! Трей! Не-не-не-не, скале. А, скале? Да. Патрул! Трей! Чинч! Шарце! Шапте! Ок! Ноу! Дети! Смотрее! О! У нас уже 15! Я 30 сказал! Дой! Трей! Патру! Тиш! Шапте!
О! Ну! Кто здесь? Пошли, пошли, вон он! Эй, тут! Патрон! Тинч! Шасе! Шасе! Бог! Ну! Дети, Матей, старый заправились. Макси, садись, встань. Встань, заправься. Можно прийти, отдохнуть. Петя, что сидишь? Петя, что сидишь? Это Макс сидит, видишь? Он даже в туалет уже не ходит. Не можешь, у него рука болит. Почему он тряпает? Нечем, да. Как он сидит, потом? Нечем вытереть одно место. Что? Тряпает. Денис, не надо. Еще раз. Еще раз, если у вас в голове черти что, а не дзюдо, или еще что-нибудь, на чем-то сконцентрируйся, так и будешь, блин. То здесь падаешь на арбузных корочках, день города, и что ты там делал? Не, чтобы прийти сюда покачаться, блин. Тебе это надо, день города, блин. Лично для тебя говорю. Ты здоровый, а все вокруг тебя салаги. Они говорят, Максик, защити нас, иди на разборочку. Ударишь кого-нибудь и посадят. И будешь сидеть долго и нудно. Передача. Сначала будешь, так как тебе нет еще 16 или 18 лет, то ты будешь условно тебе дадут. А если еще раз, тогда на зону пойдешь. Да, нет, у меня уже был такой один, ходил на разборки. А кто? Кто? Есть такой один, большой-большой. В маске бегал там. С дубинками, блин. Хорошо, что родители богатые. Хорошо, что родители богатые. А он думает, что его отпустили. Бабки дали, отпустили. Хорошо, что папа богатый. Приготовились, вперед. Дайте им поработать. Им дай быстрее, какие, блин, они уже двигаться не могут. Смотри сюда. Так, Макс, давай. Сюда. Ваня, ку-ку, ку-ку, бегом. Так, возьми вот этого парня. Эй, тренер говорит, возьми его, сделай ему три раза. О, хочу неаккуратный метр, чтобы он упал. Макс, я стою, ты разговариваешь. Надо разговаривать так, чтобы я не слышал даже. Петенька, сюда, пожалуйста, сделай его аккуратно. Петя, ножки пошире, ручку сюда. Сядь. Приготовились? 30. Сейчас, одну секундочку. Да, 30. Сейчас. Ноги шире. Эй, поехали, посмотри на меня. Иди. Смотри, сразу, видишь, сразу, вот рука, вот здесь. Вот, видишь, и идешь вот так, голову наклонить. Теперь все, о, видишь, отсюда. Давай, время. Вот, и потихоньку. Отлично, еще раз. Петя, ты красавчик. Ты умный. Я могу шпагать. Да, просто. Линия, Петя, Аич, Петя, Аич, Ваня, Аич. Сделай Ваню. Петя, туда. Сделай Ваню. Да, ты ему. Петя, туда. Аккуратно. Главное, чтобы нет. Ваня, вставай туда, бегом. Петя, делай ему оттуда. Делай ему аккуратно. Петя, Аич, Ваня. Петя, иди сюда. Стоп! Вот я приготовил. Ты делаешь один раз и два, один раз и два. Руки сверху, он уже в бане. Да, это рунг. Ну, смотрите, внимание сюда. Вот ты встал. Да. И ты встал. Сразу смотрите, не лицо у Дениса. Не лицо. Если постараетесь сразу встать, не лицо. И тогда будет легко. Внимание на три следующие руки. Хорошо! Воно! Давай! Кирилевич! Патру! Чинч!
Шапте! Шапте! Оп! Ну! Вече! Ванюша! Там кувыркайся, делай чуть кувырок! Вот здесь вот! Три! Вот сейчас хорошо упал! Патро! Ваня, сильно не беги! Чинч! Шапте! Шапте! Оп! Оу! Вече! Снова здесь! Уно! Дой! Три! Патро! Чинч! Шапте! Шапте! Оп! Ноу! Третье! Мате! Стали, все пошли вокруг ковра! Все пошли! Нет, нет, нет! Заправимся! Или повесить тебе на красиво! Чем будет быть? Завтра из горки! Это он с утра задумал такой оператор, ставить ключи, чтобы потом пойти. Молодец, Сергей, ты мне нравишься. Я отказать не могу. Не бросил я. Нет, честно, я тебе верю. Главное, нет, красиво, красиво поставь. И это, главное, чтобы ты когда вышел, чтобы ключи не упали. Постараюсь. Так, Матвей, встали сюда. Сюда, все встали. Макс, что ты там сидишь? Ты что, не живой? Что, пальчик болит и что? Жопи как она. Как пожрать он идет? Все, нормально. Давай, сейчас печатаем. Так. Значит, или кач, или борьба. Какать. Так. Я буду спрашивать. Макс, ты будешь бороться? Устал немножко, да? Ну, если кто-то захочет бороться, да. Ага. Хочешь бороться? Будешь да. бороться? Да. Хорошо, становись сюда. Так, Макс, пока садись туда. Да, поборешься? Что, мертвый? Да. Мертвый. Ну, давай, 5 минут поборешься? Хорошо. Хорошо, да? Так, ты устал? Устал. Так, качаться, качаться. Да ему тоже будет. Качаться, качаться. Бороться хочешь? Хочешь бороться? Хочешь бороться? Ты да? Они стройки. Нет, стройки нет. Ну, вы очень щепки. Он мне жив, живой. Вот есть его. Эй! Не лезь, не лезь. Я тебе его. Значит, вы вдвоем идете туда. Или туда пойдите, или туда, или туда. Все, ушли. Мак, ну, иди сюда. Значит, если иди сюда. Он нормально болит, аккуратненько, посмотри. Потом я тебе его, да? Я тоже. Да. Он хорошо болит. Ну, я два раза. А ты будешь аккуратно, нет? Хорошо. Значит, да, остаешься. Сюда. Значит так, ты хочешь бороться? Нет, так думал. Конечно, бороться? Нет, ты не тоже нужен. Так, Андрюха, давай тогда садись здесь. Пойдешь и спросишь, хорошо? Хорошо. Значит так, если ты по одной минуте, если он упал, тоже уходит. Так, вот здесь. До свидания. Почему не заправлен? Николай, конечно. Николай, надо такой брат немножко печатать. Ты сейчас закончишь 12 классов, кем ты будешь работать? Директор? Даже директором надо силы иметь. Так, тебя я отпускаю. Ушел Ваня, я тебя отпускаю. Вы, тренажерный зал. Юрий Александрович, я вас прошу, посмотрите, нарушал. Никаких телефонов и музыки. Сейчас я приду, я посмотрю здесь. Так, Денис, ты устал? Да. Вставай.
А, с ним можно поворачиваться. Дальше 5 минут. Там не 10. Хорошо. Ну, там не 5, там и 10. Да. Тогда ты стараешься отдыхать. Нет, да. А вверх кому сюда? Нет, потом уже. Хорошо, готовы? Денег тоже за 20 стоит. Нет. Сам. Да. Джин. А вот это? Завтра у кого 5 уроков, час я вас жду. Кто вы? Денис. Сейчас. Я знаю, я полечу. Да нет, не полети. Зачем ты ему поезд дал? А? Ну, зачем мне давать? Не давай поезд. А почему он взял? Чтоб тебя кинуть. Свет повеси, пожалуйста.
находится оценки нет. Один балл по самбо. Матэ? Хорошо. Просто... Я понял, Стас. Макс, как я могу провести
Как я могу провести трансляцию у чужого человека? Если он возьмет сам пояс, он улетит сразу. Он намного сильнее. Меньше весит на 10 килограмм. Это физически сильнее. А он куда захватывает? Он так. Левой рукой не берет. Нет, он так берет. Просто там. Да пусть как хочет, лишь бы не падает. А что, не падает, надо брать запас. И задушить, Женя. И задушить, вот была, блин. Кувырок, перешел и все. Ой. Отсюда. Раз, перешел и все. Ну, давай, давай. Патент. Андрей, посмотри на меня. Шибер. Нет, ты можешь взять вот так сделать, но ты не имеешь права руку подтянуть. Знаешь, зачем я говорю? Что ты отдохнул. Только поэтому. То есть, руки поднял, и она сразу меньше стала. А если ты вот так делаешь, или вот так вот делаешь, шибер. У нас еще есть группа, туда там запас стоит. Туда группа и наша рта. Туда там группа захваты, Андрей. Стоп, пока не мешай. Дебир Евы, такой гений Тимонов. Мы на стыле тот такой гений. И кот такой. Мы на стыле такой кот. Вот где его рукой не работает? Да. Правая работает, а левая? Рад ты подсечь, черт. Кому отчего? Подсечь хрень. Давай куда? Подсечь хрень. Сюда, давай! Я начал кинуться. Офигеть. Как ты упал? Вэ, как ты упал, Женя? Зыщи. Как ты старт, наверное, дзюдо? Как ты старт называешь? Вот зыщи хаджиме. Хаджиме. Тут вот так. Сюда. Ну, знаешь, как там нужнишь. Сюда ты это. Шапуха гений, ну а как? Я гений уже. Шапуха качественная. Я? Кто подсказал тебе, чтобы сделать такое? Да я не думал, что он может вообще сделать. Значит, ты что сделал тогда? Когда он взял сверху, значит, ты сделал шаг сюда? Ты сделал, вот я туда должен бросить, а ты взял еще сюда пошел. Больше я другого не вижу. Как так можно? Первое. Второе. Если он взял захват сверху, хочет туда бросать, что вот эта рука должна делать? Убери захват и просто... Держи, хорошо ей, да? Вот, убери захват и просто потяни сюда ее. Все, вот возьми здесь. Помнишь, тебе уже не бросил? Ты вообще в шоке, блин. Андрюха, конечно, молодец, но я тебя не ожидал. Захват. Мы на стенде, да. Да. Мы на дряб делали код. О! Опять. Послушай меня, Андрюха, посмотри. Ты стоишь на прямых ногах, ноги в шпагате, стоишь на прямых ногах. Конечно, он подвернется, и тебе надо бегать. Еще раз. Вот я. Куда бросил? Значит, нужно вот эту руку. Вот отсюда нужно лежать. Вот нужно лежать. Плечо и держать здесь. А ты правильно. Он сказал сюда, да? Взял. Все, отсюда пойдет медленно. Еще раз возьмешь, он еще раз делает. Я за шею сказал, не за спину. Все, хаджина, посмотрим. Я дикий, мы делаем. Шиза. Приму я захват. Где захват, приму? Где захват? Озвучьте трюсу. Вообще, да. Все, пук и захват. До свидания. Кто-то двигается. Давай. Опять ты стоишь вот на этой ноге. Отпусти захват. Взял захват, и вот так стоишь. Как ты так стоишь? Вот нужно стоять, то есть на этой ноге. Нет, ты правильно сделал? Правильно. Но ты задолго наклонился. Выпрямись тогда. Согни руки и выпрямись. Гриб я. Приму я захват. А так.
Атака в ту приму, можешь остановить? Атака! Атака! Место дынсу! Я захват, мы на сын не бьем. Это два балла. Окей. Хорошо, и руку хорошо захватил, отсюда сразу полетел.